Здорово, чуваки, с вами снова я, Джексон, мы опять играем в рандомайзер GTA San Andreas плюс автопилот. А у нас сейчас миссия ходи с 22 до 6:00. Угу. Ну, как бы есть выбор на самом деле. В отличие от... Так, машина это север. Так, ножницы это Big Smoke. Ух ты, два Найка. Ну, мне они не интересны. Running Duck. Леоне. Пляжная чуиха. Какой-то чувак в куртке. Кто же? Big Smoke. Кто вместо Big Smoke? Какой-то каратист. А я с Каталиной еду. Здорово. А, да. А что это я должен ехать? Сейчас я укажу и нажму на F10. Ехай. Расслабимся. Какого хрена? Чуваки, у меня есть один вариант. Убить нахрен Биг Смоука. Все. Кто там пуляет в меня, суки? Ну все, чуваки, это война, как в Украине, да. Что? Ахаха, давай иди сюда, сука. Ах ты, опа. О-хо-хо-хо, вам пизда. Ладно, у меня нет времени на это. Да, надо было сразу PGO мой водить. Совсем забываю. Чуваки, как в тот раз забыл включить звук. Проходил Mario мод. В отличие от Wolfenstein 3D, где я забыл то, что у меня на F7 прекратить запись. Я каждый раз меняю себе... Беглец, да. Я каждый раз меняю себе кнопки, остановка записи. Я забыл то, что у меня же получается загрузка конкретного паричка на F8. Блять, я запутался, чуваки. На F8 у меня загрузка какого-то конкретного этого. На F8 у меня загрузка сохранения на Sega. Вот. А на F7 я переделал. Вот. И поэтому у меня просто. Я не стал сохранять, что я проходил в сочетании. И на этом. То есть я проходил, и я был абсолютно уверен, что я записываю. А я не записывал. То есть, как только я там начал говорил, здравствуйте, с вами снова гопник, мы играем в Wolfenstein 3D на Sega. Я загружаю сохранение, а запись останавливается. А я уже сохранялся там. То есть я уже сохранялся там конкретно. Перезагружался, сохранялся еще раз. И все. И все. Чуваки. То есть я это заново проходить все нафиг. Все равно в Wolfenstein 3D на Sega не такой, ничем выделяющийся, в отличие от ПК-шной версии. Надеюсь, я больше не буду просирать ничего с этим связанное. Почему игра себя никак... Почему... Почему он меня троллит? Скажите мне, пожалуйста, почему он меня троллит? Давай, ехай. Сейчас музыкой.
Ау! Тут все, приехали. Угу. Кэш Кент Пол, он же и был в машине. А теперь он из заставки. Ну, понятно, все, что. Мне, правда, надо было бы интересоваться, что он вместо бита бы использовал, да. Но у меня гранатомет. Я могу им просто тупо. Да понятно все. Давай, беги, беги. Ян. Она, он, оно. Вот так вот. Пиу. Mission complete. Время? Я еще не успел ничего сделать, как уже время. А, нет. Вам-то его не будет видно, а мне будет. Так что ладно, 6 минут. Ну, дальше? Да, затеял я запись в 9 часов. Уже в 9:30. Но завтра, блин, я не знаю, стоит ли вам говорить. Короче, не важно. Если что-то будет прям конкретно известно, вы об этом узнаете первыми. Но... не знаю. Так, ладно, куда мы не там дальше? Опять к Олджилуку идем. Может быть, Олджилук такой... Чувак, чувак, помогай, чувак! Что там с Олджилуком? У нас тут, да, в GTA-шке прям как... Ладно, я не буду говорить, как в Украине, но... И так тут напрашивается эта фигня. Ой! Чувствительность мыши просто... А, так ему надо просто тупо снять маску. А знаете, что надо для того, чтобы снять маску? Нам нужна тачка грабителя. А где достать тачку грабителя? Хрен его знает. Правильный ответ. А как? Нет, серьезно, чуваки, вот, допустим, мне нужна тачка грабителя. Как мне ее достать? Чуваки, вот реально, мне вот бесит то, что CJ постоянно... Так, а тут тачка этих... Мне вот всегда, чуваки, вот первый, вот когда я включаю ОБС-ку, сначала первая запись идет нормально, FPS не проседает, а со следующей записи начинает пиздец твориться. FPS проседает, непонятно, что происходит, что за подстава, ебаная, не понимаю. Где? Вот где? Чуваки, реально. Вот, понимаете, нет, для CJ эта походка еще похрен. Но для девушек у них сиськи просто вжимаются, бэм, буквально. Это не нормально, чуваки. В реальности так не бывает. Но разработчики, они не думали то, что какие-то там мододелы будут переделывать как-то игру. И вот, например, вот этот вот рандомный мод, который меняет скины. Нет, это не та тачка. Да, это грузовик, но он иначе выглядит. Этот грузовик вообще для этих, скажите, кто он? Ну, типа для этих... Для одежды, там, для продуктов, неважно. Уж явно не для краш. Может быть, забить, играть, как всегда. После чуки я пропустил эту миссию, потому что, блин... А сейчас у меня только один вариант, чтобы снять... Понимаете, он так ходит, потому что у него маска на лице. Не шутливая маска, а простая маска. Маска вот эта вот. Чепушила. Я не понимаю, зачем? Зачем, чуваки? Вот... Зачем я вот... так вот себя защил. А вот надо каждый раз искать, типа, после этого. Короче, все, чуваки, я, наверное, нет, я придумал или не придумал. Надо просто рандомно сгенерировать эту тачку. То есть надо просто... Вот она может выпасть, понимаете? Тут на рандоме даже выпадает демо. Бета-тачки тут выпадают. То есть те, которые только в бета-версии выпадают. Или те, которые только в самых таких интересных миссиях. То есть тут тачки вообще совершенно, во-первых, они не соответствуют, как правильно-то. Тут даже могут, в Лос-Сантосе могут ездить менты из Сан-Фьерро, например, там. Вот. Или наоборот. То есть, понимаете, тут самый рандом вообще тут может что угодно выпасть. Тут зачастую такое, вот смотрите, ЛС, а, Лос-Сантос. Ладно, Лос-Сантос. Лос-Сантос, ну ладно, чуваки, ну это рандом. Вот, смотрите.
Лос-Сантос, ладно, Лос-Сантос так Лос-Сантос. Дайте мне Сан-Фиеро, позадя, Сан-Фиеро. Лос-Сантос, ладно, ладно. Ну хотя бы ЛФ, Лас-Вентурас. Да, ЛФ, ЛВ. Зачем я сюда прыгнул? Не знаю, чуваки. Но мне нужна, смотри, чуваки, два варианта. Либо мне нужна тачка для воровства, поэтому я не собираюсь этим заниматься, даже в игре. Только чисто там миссия одна, а так грабители походить, ну не знаю. Не знаю, такое себе. За это ничего крупного не дают. Ну блин, а где, куда? Я уже потерялся, чуваки. И... Ну-ка, стоять. Погоди, чувак. Нет, ладно, Лос-Сантос. Ладно, чуваки, возможно, тут рандом все-таки как-то избирательный вариант выбирает. Возможно, тут все-таки по городу ездят, в соответствующем городе едут соответствующие менты. Может, все-таки я тупанул. Да, дизельвоз, или как это было? На букву Д что-то, короче, нет, не дирижабль. Дегустатор, нет, как? Блин, я не помню. Короче, какая-то там на букву Д. Все, заходим. Жизнь это пляж. А мы ее пропускаем. Прикольно. Мы... Жизнь это пляс. Пляс. Жизнь это пляска. Пропускаем, потому что... Стихи мы долго, но тут еще ладно. Можно катсцены все на самом деле нафиг пропускать, потому что... Ну, кстати, чуваки, если в натуре, если я сейчас наткнусь на тачку, я ее... Не, серьезно, чувак... Блять! Что за мудаки, чуваки? Это же легкая миссия, я ее спидраню. Так знаете что, за то, что я спидраню, мне надо LJ SPQK. Все, пускай на меня менты охотятся, потому что... Ну это несправедливо, чуваки, то, что я вот так вот себя... Вот это, бля... Погодите-ка. Разногласия с менеджером. Так меня мигом расстреляют вот нахрен. Мне что-то буквально прохода не дадут. Ой-ой. И чё он едет никуда? Это была плохая идея. Но я причём никуда не нажимаю, он сам должен ехать. А, меня! Повезло. Ехай давай. Так. Автобус? Серьезно? Молодец. Ой-ой, сейчас ее взорвут нахрен, да? Ну чё ж ты... А почему он с этой стороны не хочет залазить? Ладно, идите в жопу. Я не доверю ему эту фигню, чтобы он ехал. Это самому все проходить, чуваки. А чё, автобусу все ни по чём? А как он будет парковаться-то тут, чуваки? Вот надо было эту миссию пропускать. Автобуса тут никак не этак. Не так, не этак. Надо, короче, вот так вот проезжать. Не, ну ему... Ну чё, серьёзно, всё ни по чём? О-о-о. Я знаю, как мне надо тут припарковаться. Машина пропущена, идите в жопу. А меня сейчас арестуют, идите в жопу. Пидорасы. Короче, нахер, чуваки. Чё я твою? Тут надо, короче, мстить конкретно ментам.
О, нет. Мне винтовка даром не нужна, чтобы это... Нет, им всем пизда, чуваки, реально, им всем пизда. Кто мне мешает? Сука, уйди нахер отсюда! Ты, слюха, блядь, ебаный нахуй. Мешаешь, блядь. Тут стоишь, блядь, сука. На нахуй. О, давай. Давай, иди сюда, сука, давай, давай. Сейчас тебе трахну. Да сюда, иди. Да куда ты, блядь? Да сука, ты долбоёб ебаный, блядь, сука, дегенерат. О, 6 звезд. Ну и все. Да сдохни ты, сука, бомж ебаный. О! О, хедшот! Ладно, надо собрать все оружие, которое у них тут есть. Так, бежим вниз. Так, лопата нахрен. Вот это бензопила, почему я подобрал жезл? Нахрен мне жезл. Так, заходим сюда. Ладно, ладно, ладно. Так, цветы нахрен. О, это тоже нахрен. О. Теперь только один вариант. Сохранить? Нет, надо пройти миссию. Не, ну что за идиот, чуваки? Скажите мне, пожалуйста, что я за идиот? Вот так надо было все просрать. А сейчас мне заново никак не получится, да? Да? Ну да, с 12 до... 5. Сука. Чё, опять смоку, что ли? Да блин. Чуваки, что я делаю? Давайте-ка таксистом поработаем, правда, мне это вряд ли поможет. Экстремальный таксист. И чё мы не едем? Ну здорово, спасибо вам огромное. О, нет, наоборот. А, сейчас тоже спасибо. Ой, блин. О. Мы бесконечное время, да, чуваки, не удивляйтесь. Ну, подъезжай поближе. 13, ну ладно.
Надо развернуться специально до него и ехать. По-моему, немного не туда мне заказывал приехать, да? Да куда? Так стоять, я тут сам дальше. Ну да, 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 да. Чуваки, тут будет прикольно, если я 6 звезд тупо убиваю врагов наберу. Тут на рандоме могут звезды выпадать из врагов. Из людей. И блядей. Хотя, блядь, тоже люди, ну, пусть. Давай быстрее! Погостенок. Ну-ка, может быть, эти мне помогут. Ну, немного не то. Давайте еще. О! 5 звезд! Ладно, едем дальше. Да ты долбоёб просто, вот куда ты едешь? Ты не видишь тут, блядь, тупик! Чё за генератор? Я, блин, дал за руль-то сесть. Это Скайнет, чуваки, это реально Скайнет. Машина пустая, мне мешает ехать. То есть не мне, а другому компьютеру. Надо реально... А если перекраситься, чуваки, ну натуре, надо было это сразу ну, смотрите-ка, неплохо он заехал сюда, я должен сказать. Так, близ нет, значит, тогда мы куда едем? Чуваки, я не помню, где... Где-то здесь, короче, да? Похан, едем туда. Ехай, 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 чувак, ехай, 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 ехай. Я не остановлюсь ни перед каким клиентом. Они так специально спланировали, да, чтобы меня арестовать, да? А нихера у них не... Я знаю, как это работает, я знаю, как это работает. Так, пускай... А, стоп, он сюда поедет? Может, ты сюда поедешь? Давай, ехай. Когда у тебя... Да хрена, ну, больше... Хотя бы одна звезда. Опасно тут ехать. Как правильно сказать? Опасно ехать. Опасно давать все компьютеру. А, я сюда вообще-то указывал. И нахуя-то вышел. И нахуя ты вышел, долбоёб? Разве нажал на выйти? Убью нахуй! Нахер она взяла винтовку? Нахер? Да за отвалите от меня! Дебилы. О, о, заходи, 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 заходи. Заходи, заходи, заходи. А тут ничего не будет, да, тут ничего не отобразится. Да, стреляйте. А, тут 6 у меня звезд уже опять, да? Ж-ж-ж-ж-ж-5.
короче, забираю все самое ценное, что у них тут есть. Да, блядь, идите нафиг со своей лопатой. А тут что, все одни и те же оружия? Спасибо. Мне это нафиг не надо тогда. А прикиньте, в натуре... Не, ну вот это я возьму. Нет, я... 30... Да, так, там тогда было 30 патронов. Короче, окей, я сейчас попробую. О, моих клонов убивать. Только, может быть, 11 джей. Ну, деньги... Деньги, конечно, хорошо, но звезды-то лучше. Если тут есть клон, лучше ему сразу показаться. Ладно, я выхожу. Короче, есть такой способ. Или нет никаких способов, чуваки, я просто не знаю. Не, я не буду ничего подбирать. Ну, спасибо. Вот это лучшее, вот это лучше, чем можно. О, а вы можете сдохнуть, пожалуйста. Че, это сложно так дать мне звезды, да? Чё? А, я подобрал все-таки, да? Да, подобрал. Откуда они там появляются? Я же там всех убил. Короче, короче, проще сейчас вот как сделать. Теперь домой. Чуваки, это просто пиздец какой-то. Немножко, как бы, с одной стороны лучше пройти эту миссию, с другой... Я и так упустил тебе миссию, так что пройду ее. Я бы даже сказал самостоятельно, но... Значит, это нафига вообще этот мод мне нужен. Так, а куда? Куда мне садиться, чтобы... По людям-то ехать. Так и знал. Да ты что делаешь-то? И что это значит? Чё ты творишь? А, он уже уехал? Так, немедленно догонь.
догоняй. Перекрыть ему дорогу. Это ментовская тачка еще. Зашибись. О, это еще и она. Чуваки, если я сейчас сломаю игру, это что в ментовскую тачку, как мы помним, нельзя перекрасить. Сейчас тут надо аккуратненько наехать на ней, и все. Все. Все, погнали. Не, я мог бы этой тачке доверить. Этой тачке, этому моду доверить. Самое интересное. Сюда вроде, да? Но боюсь, что он может раньше времени угробить ее. Fucking money. Fucking shut up. Все, погнали! Да! Да, сука! Все совершенно верно! Они мне ничего не дают сделать, ублюдки. Если я выйду из тачки, то миссия будет провалена. Если я нажму на игрок, миссия будет выполнена. Вот и давай, блин, ним. Дайте мне выбраться, пидорасы. Сажали специально, да? Нахер. Во! Все, и ехай. А он точно туда едет? Ну, вроде да. Стоп, не туда, вообще ни разу. Слышь? Как я мог перепутать эти два моста, чуваки? Почему справа бы не объехать? Нет, надо обязательно прям по встречке шпарить. Ну типа да, типа логично, он же на ментовской та... В смысле, что, метку неправильно установил? А нахера так ехать? Он сейчас мне... Не, ну логично. Я должен утопить его, так иди в жопу. Я же утоплю его, и нормально все будет. Да, меня спалили. То есть если бы я все сделал гладко, меня бы не спалили, да? Ладно, 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 это ваш выбор, ублюдки. Вы сдохнете. Что, нельзя их убить? Что, серьезно? Ладно. Ну, звезда мне сейчас уже не нужна, раньше надо было думать. Чё,
Окей, я просто потратил тупо время, но у меня полчаса только прошло. Уже без 4 минут. 10. Буду стараться почище себя вести. Так, ну чё, куда теперь? Вот куда теперь? Гамбургер, наверное, да? Ну это просто катсцена. Райдер. Ну понятно. О, стоп. Стоп, что? А когда он успел... Ладно, не важно. И не надо ничего искать. Да что, куда? 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 Ножницы. Ножницы. Это Сиси Смоук. Да? Я же прав? Абсолютно точно. Wrong side of the tracks. А я кто? А, наркоманка, понял. По щучьему велению, по моему хотению, пускай машина сама едет. Оу. Это все? Так? Да ладно, почти идеально, почти идеально. Но тут я должен это сам сделать. Так, у него в руке ни хрена. Да сам ты полис. Че, не будет стрелять? Там только один вариант. Как всегда. Я надеюсь, что он сработает. А то иначе, в принципе, просто тупо... Смоук стреляет. Точнее, пуласки стреляет. Нет. Так что мне надо, главное, не обогнать их. Надо просто заехать наверх. Мы тут примерно на одной скорости едем. Чуть-чуть я, правда, побыстрее. Короче, надо... А может попробовать сейчас? Нет, я не успею. Надо просто тупо ускориться. Просто тупо ускорится. Все, хопа. Десант, десант, валим, десант. Эх, нет. Тогда, а я не успею тогда. Я успею или нет? И да, или нет? Чуваки, я не знаю, я не уверен. Но вроде не так далеко. Ты оставил смоука, зато я не оставил трамвай. Если сейчас до него долечу, их всех поколочу. Или, не знаю. Не знаю, какое слово к рифме. Короче, замочу. Все. Пожалуйста. Я должен догнать их. Догнать. Оу, фака, локомотива Джейн. Нет! Че, серьезно? Джей, не тормози, сникерсни. Нет. Чего такой медленный-то, петух? Так, стоять. Я не успею, походу, да? А, ну конечно, а все. А, нет, я должен. А, вот так вот, их догоним. Давай. Просто сесть на трамвай, ну то есть встать. Подняться можешь? Подняться-то можешь? Подняться-то ты можешь? Поднимайся! Ты подниматься-то можешь? Давай! Все, мы проебали. А вот хер вам! Да, чуваки, я читер, я знаю. О, они остановились? Их можно убить? Чё? Чё ты? Чё нах? А,
А оружие где? А, сука, не зря. А оружие где? О, внизу. Ты где? А вот он. Оружие. О. Ладно. Чего? Чего? А тут можно кого-то тут грохнуть? Тут никого нету. Ну и ладно. Так, вопрос. Куда надо топать? Да, чуваки, я до хера миссии пропустил, и я теперь не знаю, что делать. Я чувствую себя таким скотиной. Или такой. OG это OG. Что интересно. Ну что, опять потаксовать? Или похрен? Короче, если сейчас зайду к OG, а там не будет миссии, я буду таксовать. Правда, как мне это сделать? О, давайте-ка этот старичок поиграет в баскетбол. Хреново он играет в баскетбол, конечно. Я не хочу, чуваки, сейчас просто взять и как бы на этом останавливаться. Можно как бы еще в другие места походить. Например. Так, ну Big Smoke это опять-таки север, да? Да. Нихера ты баклажан. О, куда пошла стоять? Так, ладно. Ножницы, ножницы. Что такое ножницы? Ножницы это опять Big Smoke. Just Business. Это финальная миссия с Big Smoke. То есть не то, что с Big Smoke, а которые нам дают Big Smoke. Так, Тибо Мендес стучит в пустой воздух. Ему говорит... О, нет! О, нет! Вот это серьезно, да? А так нечестно, медали какое-то говно. Так несправедливо, чуваки. Я чувствую себя просто... Так. Так, это случайно не метовская тачка? Вроде как... Скорее всего, да. Нет, это не ментовская тачка, ну ладно. Так. Чё, может, к OG зайдём? Нет. Дина, ты пидорас, охуел, что ли? Гори, сука, в аду, блядь. Правильно, задавайте, давайте, напиздюляйте ему, давай. Чё, сука, совсем охуел? Правильно. Молодец, чувак. Молодец, чувак.
нечего. Тут огнетушителем. Сука, все равно сгори, сука. Сгори, сука. Так, даже не думайте никого спасать, валите лучше отсюда, по добру, по здорову. Так, ну чё, я не знаю, чё, чё. А может, точно, 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 может быть, отсоси заочно, я не знаю. Не, поди ещё и... Как раз я колесо прострелил, нет? Показалось? Ну, погнали. Ехай. Сделай доброе дело, доехай. Он сам так делает, я даже никуда не нажимаю, чуваки. Ну да. А, так, а чё это за глюки-то? Они разве не должны проходить к задней двери и открывать ее? Почему она открывает ее, как будто она сбоку? Что за... Видимо, это баг рандомайзера, скорее всего. Ну почти, ну вот немножечко не хватило ума. Прям ровненько туда приехать, ну ладно. Так, 71 метр против. Чем больше, тем лучше. Толпоёб, кому я даю руки? В руки руль, кому я даю? Ладно, давайте возьмем вот это вот. Стой, Крис. Я не отвезу его. Потому что у нас есть другой чувак. Более важнее. Не то, что важнее, но... он выше? Так, этот трюк сделать могу только я. Стоять, я сказал! Ты чё меня не слушаешься-то, а? Этот трюк, видимо, сделать могу реально только я. Или не я. Да хватит тут летать-то, сраная эта херня. Ну, блин, а чё? Никак не получится. Ну-ка, стоять. Нет, не смогу. Ладно. Встань. Ай, в жопу! Бесит эта херня! А. Ага. Да отстань ты от меня! Надо опять промотаем время. Вроде все правильно. Thank you.
понятно. Здорово. Молодцы. Ну почти. Там наверху что-то есть. Залезай. Та-та-ти-та-ти-та-та-та-та-ти-та-ти-та-та-та-та-ти-та-ти-та-та, ты меня не замечаешь. А, ну здорово. А? Я упал? Я упал. А где? Оружие было, когда он упал. Так ладно. Завали. Рис, ты предатель. Я боюсь, я своих могу замочить, так что лучше не пробовать. А, это свой. Свой? Свой. А, не надо. Что у нас дальше идет? Сколько у нас время? 30 минут. Ну, погнали дальше. Так, свит нет. Вопросик. Не, вопросик это. Не, вопросик это вообще не миссия даже. Север? Север это. Правильно, север это Темпани. Нет, а я вот возьму гоночную тачку. Стоять! Слышь, меня сразу приглянуло. Стоять! О!
Ладно, все хорош. Каната. Допустим. Если миссия провалится из-за того, что у меня нету коктейля Молотова, когда я уже всех нафиг там сжег, не знаю, что делать. Будем пропускать миссию опять-таки. Вот тут на рандоме пиздец какой-то происходит. Во! Ну ты как бы стоять, вылезти можешь? Можешь. Ну давайте-ка, чуваки, вот вы вот давайте два вот так вот. О! А, то есть это скрипт? Допустим. Это скрипт. Да, граната не успевает взорваться, как уже засчитывается, то что я там ее закинул. Забс. Лучше его не тратить, конечно, но... О, тут дофига всего, поэтому тут подвисает. Нормально так. Только не это. Вот только не это, пож... Да, лучше так. У меня есть для тебя волшебный подарок. А я могу выйти из этого дома? Слушайте, чтобы узнали, что этот дом на самом деле из себя представляет. Нет, на самом деле... Кто-то говорит, что... Я еще и застрял. Идите нахер. Я не застрял, неправда. Ну... Ты дубку возьмешь или куда? Еще. Серый импорт. What the fuck? Нет, вот и фиг вам! Ты можешь ехать? Почему ты, долбоёб, врезаешься, блядь, во всё подряд? Что за дегенерат, блядь, просто, блядь? Я же правильно всё указал, все координаты, ёб твою мать-то, блядь.
Сука, ты чё творишь-то, блядь? С моей психикой-то, блядь. И куда ты едешь? Куда ты едешь-то? Куда ты, долбоёб, едешь-то? Далеко собрался? Во. На далекие расстояния тут не поедешь, чуваки. Он тупо будет врезаться в стены. Как назло. Если четко нету навигатора этой красной полоски на дороге. Он все равно будет врезаться в столбы, во все вот это вот. Пиздец. По-другому не скажешь. Не, нормально, он адекватно иногда входит. Бывает, давит людей. Хотя я так тоже делаю. В этой игре. Еду на красный, все дела. Все, приехали. Только наоборот должен был из вот этой вот по горочке подняться. Не, ну тут, тут мне тупо ничего не надо. Ну-ка, а прикиньте, сейчас он это сработает. Прикиньте, реально сейчас это сработает. Просто надо было открыть этот... Открыть ворота мне надо было. Прикиньте, реально это сработает. Конечно, какого фига должно это сработать, но... Нет, не сработало. Я попробую, знаете, как... Вот так вот. Типа я уже тут, да? Нет, это сработает только в том случае, если я буду именно в этом. Не, ну типа вот так вот, нет? Стоять! Почему эта дверь, сука, закрыта? М? Нет? Ладно. Обломлюсь. Кто-то как-то пропускал эту херню. А, ну да. Наткнулся я на видос Хикана. Несколько чего-то, что вы не знали о GTA-шке. И это относится к этой миссии. Сейчас мы сами убедимся, работает это или не работает. Вот эта фигня должна упасть. Она упадает? Это хорошо. Все вылетело. Заебись, блядь! Сука, почему? Не, ничего не вылетело. Или вылетело. Я не понимаю, что за херня. Вылетело. Отмена, нет. А уже час прошел. Тем временем. Ладно, похуй.